И покидаем мы это, оставляя боевых товарищей. Боевые товарищи точно такие же, как мы тогда была такая группа Ковальт, МВД, группа особого значения. Лучше не было и не желаю без подружки с ним. Песня про них и про всех тем, кого дружили. Вторая горка называется Файзабад, вторая название известно. Земля качается, 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 и вертолеты набирают высоту. И все кончается, 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 и Файзабад едва виднеется внизу. И все кончается, 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 и Файзабад едва виднеется внизу. Здесь столько было боевых друзей, товарищей, и с ними хлеб и соль делили пополам. Мы вместе шли через засады и пожарища, и пыль глотали, и бродили по горам. Мы с ними шли через засады и пожарища, и пыль глотали, и бродили по горам. Где бы мы не встретились, в Европе или в Австралии, мы снова мысленно глянемся назад, когда на карте на восточном полушарии отыщем маленький кружочек Файзабад. Когда на карте на восточном полушарии отыщем маленький кружочек Файзабад. Земля качается, 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 и самолет уже снижает высоту. И все кончается, когда-нибудь кончается, и Шереметьево раскинулось внизу. И все кончается, когда-нибудь кончается, и Шереметьево раскинулось внизу. Вот такая песня старых времен. 83-й. Еще раз.